В этом видео я расскажу про один из самых эффективных способов подкормки свеклы для роста очень крупного и сладкого корнеплода, которым пользовались еще наши далекие предки и передали свои знания до наших дней. Речь пойдет про замечательную подкормку из крапивы. Для ее приготовления потребуются стебли и листья крапивы без семян, серп или садовые ножницы, старое ведро и бочка для полива. Срезаем при помощи серпа или ножниц всю крапиву на участке, измельчаем прямо в старое ведро или в бочку и доводим объем крапивы до 2/3 от общего объема тары. Нужно залить растение водой и оставить на солнце на 1-2 недели, чтобы растение хорошенько пробродило в воде. Для ускорения этого процесса можно добавить по 1 столовой ложке дрожжей и сахара. В этом случае удобрение будет готово всего за несколько дней. Как только раствор перестал выделять пену и источать неприятные запахи, он уже готов. Затем надо слить воду из емкости и развести ее 1:10 с чистой водой для полива. Крапивным удобрением можно поливать свеклу под корень раз в неделю по 0,5 литра под каждое растение. А также я рекомендую проводить профилактические опрыскивания этим раствором по листу примерно раз в месяц. Такие меры по уходу за свеклой помогут лучше вырабатывать хлорофилл в листьях, насытят корнеплод минералами и полезными веществами для сладости плода, а еще плод вырастет насыщенным витаминами, танинами и органическими кислотами и будет очень полезен для человека. Урожай действительно будет в несколько раз лучше после этой подкормки. Проверьте сами!